Я перед вами чело преклоняю, дети спортивных костюмов и семечек. И пусть остальные слезы роняют, как Эмма после потери фенечек. Четки в руках сияют на солнце, словно вода ледяная в колодце. Сжимаются грозно в кулак ваши пальцы, и круче вас лишь вареные яйца. Она написана специально под блатные аккорды, чтоб гопники плясали. Я вас приветствую, о гопники, ведь вы крутые пацаны. И куртки модные, спортивные, у вас заправлены в штаны. Мы по понятиям базарите, а кто не с вами, так тот бог. А если кто-то залупается, то бейте смело ему в рог. А если будете по улице идти вы вечером вдвоем, а вам навстречу двое Васечек щемить забудут напролом. Но вы же пацаны нормальные, а неизвестно кто они. Вы драться с ними не полезете, ведь двое их, а вы одни. Пусть фраера колбасы хавают, не переплюнут они вас. Им не понять в натуре никогда, что семечки — вот это класс. Это еда национальная, и все в сравнении с ней дерьмо. А тот, кто семечки не хавает, так он не человек, а чмо. Вам доля выпала нелегкая, учить понятиям людей. И в драке пятеро на одного, всегда вы правы, хоть убей. Вас участковый принял ни за что, его никак не победишь. И хочется спросить, братан, ты кто? И чё ты, Вася, моросишь? Послушный и неправильный, и не идет навстречу вам. Относится нереспектабельно к таким реальным пацанам. Вас лохи наряжают в стасиков и не хотят бабло давать. И надо лица им расквасить бы, чтоб научились понимать. Ну вот такой вот привет у нас. Спасибо.